Скоро Новый год, и для того, чтобы получить подарки, нужно, чтобы кто-то их отправил. Я получил вот такой замечательный конверт в окончании нового 2019 года. Сейчас я его открываю и достаю вот такую замечательную папочку, на которой написано «Академия международная биотехнологии». Дед Мороз к окончанию нового 2019 года сделал мне вот такой подарок. Диплом о присвоении ученого звания. Приятно получать подарки, согласны? Но и дарить их тоже здорово. Поэтому я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю вам волшебных, сказочных, радующих вас подарков. И обязательно сами дарите их другим. Радуйте своих близких, родных и далеких тоже. С Новым годом!